Моя книга «Авангардисты» – это книга о русской революции, но именно революции из точки зрения художников. Самые знаменитые художники, конечно, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Владимир Татлин, которые почти сразу после революции стали чиновниками, даже высокие чиновники в новой государстве большевиков. Это не очень долго, но все-таки они там служили больше года. И это был для них какая-то мечта, можно сказать. Но мечта, которая стала кошмаром. Именно об этом процессе я писал эту книгу. И я хотел писать это не с точки зрения теории или какая-то сложная эзотерика, но именно я хотел показать то, что сами художники хотели, что они чувствовали и так далее. Поэтому я использовался дневники, корреспонденции, мемуары и так далее, и так далее. Очень много никогда не опубликованные из архивов или из таких очень редких изданий. Поэтому я бы считал, это уникальная книга именно об личном мире художников, которые играли такую очень важную роль в самые первые годы Советского Союза.